Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров. Святитель Лука, архиепископ Симферопольский, икона с частицей мощей. Святитель Лука, исповедник, архиепископ Симферопольский, в миру Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, профессор медицины, за книгу «Очерки гнойной хирургии», получивший в 1946 году Сталинскую премию первой степени, духовный писатель. В 1921 году, во времена воинствующего безбожия, осознавая, что идет на страдания и вероятную смерть, он стал священнослужителем. Когда другие, убоявшись, снимали с себя сан, ученый-хирург его принял. В священном сане он не прекратил оперировать и читать лекции. Архиепископ Лука стал жертвой политических репрессий и провел в ссылке в общей сложности 11 лет. Он реабилитирован в апреле 2000 года, в августе того же года канонизирован Русской Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания. И после земной жизни святитель Лука продолжает помогать больным. Документально засвидетельствованы многочисленные случаи чудесных исцелений по молитвам святого. Ну, вот такое описание к работе святителя Лука, архиепископ Симферопольский, икона с частицей мощей, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира».